Здрасте, нафиг. Тут у меня некоторая занятость появилась. На новые ролики серьезные пока времени нет. Вот, но можно один несерьезный сделать. Дело в том, что мне тут окольными путями удалось оплатить подписочку. Вот, на месяцок, на вот эту вот фигню. И теперь можно этим воспользоваться, и хочется мне прикупить новый странхолдик, который у нас тут выдают в рамках, так сказать, этих самых сезонных игрищ, да, с синдикатом теней. Вот, поэтому такой отдельный ролик, посмотрим, что это такое. Ну, как вы понимаете, пока подписки не было, там накопилось всяких бонусов куча, ну и сейчас я их открывал и смотрю, есть, как бы хватает монеток на Strongholdик. Ну, в смысле на пентхаус флотский. Вот, покупать мы его будем за империю. Ну, потому что, насколько я понял, правила всей этой ерунды, вот в сезонных этих вот наградах, да, там покупается один пентхаус за сезон, то есть два нельзя. Вот, и поэтому, соответственно, мы этот один пентхаус и купим на мою самую, так сказать, первую девочку, мою первую героиню, охотника на всякую нечисть. Для чего полетим? А, мы уже на флоте, нам никуда лететь не надо. Вот эти вот сезонные награды, да, то есть у меня 17 недель получилось. Вот эти монеточки, которые потихонечку собираются. Я, значит, на 5 таких монеточек уже себе купил компаньона. Вот. Сейчас мы ее найдем. Вот эту вот девушку. Мастер Ранос. Такая оторванная тедайка. Вот, которая по сюжету появляется уже там очень поздно. Вот, но, естественно, за монетки ее можно купить пораньше. Вот. В общем, она такая. Она вроде как джедайк, но ее не смущает, как когда кого-то там надо убить, зарезать. Вот. Ну, по принципу, добро поставило зло на колени и жестоко его замочило. Вот девушка работает, поэтому она и за имперцев нормально, то есть вписывается и за республику. Вот. Ну, что хочется сказать, что вот эти вот, конечно, все эти примочки — это гениальное изобретение. Вообще, MMORPG, вот эти вот гениальные изобретения человечества. Такой замечательный насос по выкачиванию денег. Потому что... Так, то у меня кто? У меня Акави. Так, сейчас мы... Ну, чтобы аутентично было, да, вот эту вот девушку. Пригласим. Замечательно. Замечательный насос по выканчиванию денег из населения. Я даже, честно говоря, немножко удивлен всем тем ограничениям, которые наложила компания Electronic Arts после введения всяких санкций, да, ну, вот, для оплаты, скажем, российским пользователям, потому что, ну, это очень странно. То есть это не странно, понятное дело, политика, да, вот. Но люди теряют очень, очень серьезные деньги, насколько я понимаю, все-таки, учитывая, вот, ну, я, грубо говоря, только на подписку денег тратил, они с меня имели где-то 10 баксов в месяц, да, а люди же покупают себе всякие штучки. Вот так, надо найти, где у нас тут продается все это дело. Season Reward Vendor, вот они стоят, да? Так, а я где? Ага, я вот. То есть тут рядом. Даже пешком пойдем, не будем садиться на тачку.
подтормаживает, как всегда, на фоте, где много людей вокруг. На самом деле, вот что хорошо сделали в последнем апдейте, можно теперь родные пистолеты носить. Ну, в смысле, в аутфитере, да? То есть, чтобы прорисовывались у тебя родные пистолеты, да? А не то, что тебе по умолчанию предлагает дурацкая игра. Они выглядят отвратительно. Вот, а тут как бы... Так, и это не то. Чё-то не понял, а где? Где-то тут же были. Вот, потому что ты эти пистолеты крафтил там из последних сил, да? ПВП, ПВП, ПВП. Чё-то я запутался. А вот, чтобы красиво выглядело все. Не туда я куда-то зашел. ПВП. Ranking Season... Ranking Season Vendor. Так. А вот. А тут бац и... Ага, вот они. Давайте посмотрим, что тут дают. А, нет. Блин, я перепутал с ПВПшниками. Я сам-то в ПВП не играю. Мне это не очень интересно. Ага, вот они. Galactic Season. А, надо еще одну вещь сделать. Гильдию найти. Потому что гильдия — это бонусы на опыт. Ну, как видите, здесь, в принципе, только на одной подписке можно вполне себе нормально играть, не вкидывая всякие бабки. Ну, конечно, если вы не хотите на рынке покупать всякие вещи, ненужные в игре, в принципе, которые на игру не влияют. Так. Давайте смотреть, что тут есть у нас. Ага, Carrick Station Penthouse Deed. Это Carrick Station, это республиканский пентхаус. Это нам не надо. Вот эти вот всякие кустомизации, ну, то есть, вид. Да? Так, это вот как раз... Для вызова этой дуры. Она у нас уже есть. Тын-дын-дын-дын-дын. Всякая мебель. Вот на мебеля тут можно потратить дикое количество. Так, ёлка, ты чего как? Извините, кошка пришла, тоже играть хочет. Ёлка, отвали от меня. Ёлка, отвали от меня. Вот он, Vacant Space Dock Penthouse Deed. А у нас этих монеток 9, да? То есть одна еще останется, а так как, в принципе, нам за этот сезон больше ничего покупать не надо, компаньон куплен, да? Ну, можно вот еще титул купить один. Ага, о, меня в гильдию взяли, ура. Так, я пытался прогнать одну кошку, и вылезло целых 4 штуки теперь. У меня просто есть маленький котенок сейчас, которого вот зовут Кокс. Вот. Ну, знаете, как вот уголь. Да? Черный, потому что. Он ведет себя как мелкий чертенок. Постоянно прыгает, до всех докапывается. А вот. Мяукает, царапается и паникует. Ну, ему положено, он маленький. Так. Ну, с богом. Купили. Ну, и одну монетку. Нахрена мне этот титул сдался, на самом деле. Ну, титул это тут чисто для красоты. Для демонстрации крутости. Окружающим. Так. Угу. 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 Ну что, давайте посмотрим, как это все выглядит. Vacant Space Dock Penthouse. Вот он. Соответственно, телепортируемся туда. Сейчас будет интересно. У меня, в принципе, насколько я понимаю, все стронгхолды есть, но кроме тех, которые покупаются гильдии, да, то есть. Вот у меня даже есть этот, который на Умбаре, который в виде поезда, который там несется из ниоткуда в никуда. Так. Тыц.
Угу. Выйти, выйти во вход, потом выйдем. Так, как это все выглядит? Выглядит все симпатично. Люблю имперский вот этот декор. Ага. Ага. О, аж космос за окном. Красота. Космос — это хорошо, это красиво. А тут окошки куда выходят? Ага, на VIP-ложу. Выходит на VIP-пространство, соответственно, на флоте, на базе флота. Симпатично. Там, по-моему, 1 000 000 надо платить за допуск в это VIP-пространство. Ну, 1 000 000 это, по большому счету, конечно, не такие уж и большие деньги. Так, и просто комнатка пустая, да? Лифтов я тут пока никаких не вижу, но, в принципе, ну что, много места, красиво. Потихонечку это все будет обставляться всякими мебелями. Вот, ну, когда время будет, я не думаю, что стоит тратить время ролика на, как бы, вот, на эту фигню. Вот, но изначально что нам надо сделать? Нам, наверное, надо постелить сюда всякие... Всякие эти самые, да? Нет. Вот такие вот синенькие, чтобы стиль не рушить. Синенькие тряпочки постелить хотя бы на вход, да? Так, синенькие тряпочки кончились. Надо, блин, надо вспомнить, где их берут. Где-то же их берут. Ну, в принципе, тут мебеля можно же самому, как бы, в больших количествах производить всячески, да? Вот, теперь нам надо что сделать? Нам надо поставить почтовый ящик. Где у нас почтовый ящик? Не запутаться будем. Фурнитура, нет, не то. Утилиты, наверное, да? Cargo Bay. Это попозже, но надо будет тоже поставить для начала почту. Гилдбанк. Все полезные вещи, на самом деле. Legacy Stronghold. Это вот, ага, вот Mailbox. Ставим Mailbox. И рядом с Mailbox мы поставим эту дуру, как ее звать? Короче, универсальную продавицу, которая у нас продавцом работает. Ага, вот она. Фиузия Стата, Basic Decorations. Она продает. О, блин. Сюда вот ее. Она продает всякие декорации, но смысл тут не в этом. Так как она продает, соответственно... Она и покупает, да, то есть ей можно скидывать всякие ненужные вещи, очень удобно. А, вот, так, теперь мы ставим Legacy Stronghold. Ой, ну, да, Legacy Stronghold Storage, то есть чтобы в Legacy можно было лазить. Cargo Bay — это индивидуальный... Фу, блин, что-то я давно этим не занимался, уже забыл, как что делается. Cargo Bay и, соответственно, банк гильдии. Если вы есть в гильдии, тоже очень удобная штучка. Можно скидывать в гильдию всякое, и всякое из гильдии, соответственно, брать. Так, и еще что нам надо поставить? Тоже очень нужная вещь. Я обычно ее ставлю где-то посередке, да? Это у нас... этот самый рынок. Так. Сейчас надо его найти. Всякие терминалы. Так, ну это все для красоты, для красоты, для красоты. Вот. Вот. Для красоты будем отдельно, да? А не для красоты, соответственно, вот так вот, да.
Мы входим, у нас рынок. Нет. Нет, нехорошо стоит. Нехорошо стоит вот сюда вот его. То получается, ты входишь, тебе прям в морду эта штука тычется. Вот, вот у нас рынок, да. И на стеночке что-нибудь такого симпатичного. Но чтобы было понятно, что мы, собственно, дома у себя. А чего симпатичного? Баннер, хаус, рист. Нет, не надо. Империал. Империал, да. Потому что это же имперская тема, правильно? Поэтому надо украсить ее в имперские тона. Чтобы было понятно, да, сразу. Тен-тен-тен-тен-тен. А тут такой... А, тут дверь, да? Понятно. Замечательно. По-моему, симпатично получается, да? Тын-дын-дын. Так. Освещение. Ну и всякие штучки такие. Да. Вот так. Dark Side. Тын-дын-дын-дын-дын. Agent. Lights. Base Junker. Ничего у нас тут посерьезнее нет. Нет, ну вот факелы здесь будут смотреться не очень правильно, я думаю. Вот, короче, замечательный совершенно способ для вытягивания денег из населения. Потому что, как вы, наверное, догадываетесь, вот этой херней, которой я сейчас занимаюсь, да, ей можно заниматься практически бесконечно. Вот, потому что, учитывая, сколько уже стронгхолдов-то у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? И в половине... Какой половине? Больше, чем в половине. Ну, я не то, что ни разу не был, но там стоят, вот как здесь, да, чисто ящички для, для обслуживания, так сказать, потребностей. То есть почта и склады. Склады и рынок, да, все. А, вот, более-менее я разукрасил вот, вот это вот. Джедайскую академию на Манаане. Ну, потому что там светло, красиво и водичка. Вот. Ну и на Нар-Шада. Ну там тоже не стал делать. Вот гильдии многие делают. Так. Можно даже слетать, если... Ага. Гильдия Странхолд. Можно слетать на этот самый, на крейсер, а можно слетать на Риши. Вот, но я не знаю, честно говоря. Вот давайте на Риши слетаем. У меня на Риши тоже есть Stronghold, но он это самое, он как бы пустой совсем. Давайте слетаем, посмотрим, как тут люди устроились без нас, да? Вот, с нашим-то все понятно. Вот, тут иногда у людей просто стоят полезные вещи, да, например, машина для контрабандной игры в рулетку, вот, которая дает вам некоторые бонусы, вот, ее можно, конечно, купить, поставить себе самому, но она, зараза, очень дорого стоит, вот, что в этих самых, в картель коинов, да, вот. Что в игровых деньгах там. Я последний раз, когда смотрел, было 1 300 000. Но это не то, что невозможная сумма. Ну, просто... Ну вот, видите, тоже. Люди, в принципе, логика у них такая же, как у меня. То есть на входе должны стоять вот эти вот все вещи, да? Да, вот еще как бы изменение облика, но это за деньги все. Вот она, да? Контрабанка, картель слот машин, да? Но она мне не нужна, потому что я с ней уже сделал все, что хотел. Вот. Ну а так, симпатичненько у людей все тут обустроено. Но Stronghold на Риши, это вообще пипец. Он какого-то чудовищного совершенно размера. Вот.
Да, тут еще вот можно ПВП заниматься. Вот. Из-за чего компаньон у меня сразу, естественно, ушел. А, вот, потому что с компаньоном ПВП не занимаются, да? Stronghold Group Free for All PvP. А, вот компаньон вернулся, потому что я из ПВП зоны вышел. Кстати, если вы обратили внимание, музычка у нас играет, которую в свое время использовали в фильме «Крестный отец 3». Называется «Кавалерия Рустикана» композитора по имени Маскани. А вот это вот Stronghold на Умбаре. Он покупается через Одессен. Там есть специальная комнатка, вот, там, где он продают, по-моему, доступ на этот Stronghold. Там стоит это, по-моему, 1,3 миллиона. А вот, ну, в принципе, это так, на любителя. Вот, ну, кто проходил флешпоинт на Умбаре, он знает, что это за поезд, да, как это все выглядит. А вот, я так его немножко отдекорировал. Вот, ну, по большому счету, все то же самое. Ну, симпатичненько так. Вот, ну и, соответственно, он тоже большой, тут можно просто себе устроить полную красоту. А, вот. Ну, опять же, ну, в основном, конечно, стронгхолды, так сказать, большие, да, они нужны тому, кто в гильдии играет, да, у кого есть приятели по гильдии, которые можно дать ключ, чтобы тут тусоваться, а вот заниматься всякими групповыми ивентами и так далее и тому подобное. А так как я игрок соло, мне хватает обустроить первую комнатку, да, вот, чтобы у меня тут под рукой были всякие нужные вещи, и все. Вот. Вот такая вот тема у нас со странхолдами. А, вот. Не знаю, может, кого-то заинтересует, но кто еще на галактических сезонах не набил себе 8 коинов на новую квартиру. А, вот. В принципе, набивайте. Выглядит симпатично. Вот. Но, конечно, вот эта вот девушка мне гораздо больше нравится, чем новый Stronghold. Она гораздо полезнее. Вот, она хотя бы в бою помогает. Причем она дерется с двух рук, дерется очень неплохо. Вот, если ее сзади там еще лечить. Вот, ну и выглядит эффектно. Люблю симпатичных компаньонов. А вот, не то, что какой-нибудь хрюкающий вот этот вот снайпер с хоботом идиотский. А вот. В общем так, всем хорошего настроения, всем добра, не тратьте живые деньги на компьютерные игры никогда. Ну, разве что подписку иногда можно оплатить. Вот, всем добра.